Ну, кладбище мерзкое, фамилия. Тема, но опыта дают немало. Опыта здесь надо хирища, скажу. Так, если может прокачиваться, прокачивай пока еще не будет. Очень персонажный, наверное. Я буду до 20-го. Вот это. Да. Сейчас подключаюсь, Дальше это не все, потому что там будет сложнее нам. Там еще лагерь прокачивать, здание прокачивать, еще полный пиздец. Блять, еще пидоры в касках. Так, вебка, наверное, по этой стороне. Блин, боюсь туда заходить. А вдруг меня этот кто-нибудь не заходи. А вдруг там что-то интересное. Сейчас месяц дойдем. Да? Бедные животные. Ты видишь вот эти полоски? Вон, ой, блядь. Гоните животных в сарай. Ты... Их надо загонять, а не убивать. Значит, нам могли... Загоните животных в сарай. Кусок шины, лист алюминия, коробка с гвоздями, зараженных перьев. Это... Это печально. Я не знаю, как. Я не знаю, как. Ну, чё, как не знаю. Ну, пошли, что, все, не гонять. А что, можно я просто как пою где-нибудь? Он постоит сам, блин. Ну, я не могу выйти отсюда. Не хочу выйти. Ты отсюда не выйти. Мне не нравится. А как, что делать? Ты тоже не можешь? Нет, не могу. Пошли гонять свиней. Сейчас выйдем, когда не заходи. Ой, бля. Чем, запинали? Да нет. Убегай. Да она не бежит. Так. Давай, поросенок. Поросенок, иди сюда. Эй, ты. Пиг. 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 Май пиг. А ты их, походу, не сюда надо загонять. А куда? Вот на другой загон. Май пиг. Понятно? Ладно. Может, там есть просто другой выход, вход, не знаю, что, что угодно. Ну, пошли дальше бежать. Да. Посуду помыть. О, нахуй. Я боюсь. Куда ты нас привел? Что здесь происходит? Иди сюда. Что здесь у вас происходит? Я не могу бежать. Ой, блядь, убегай. Я тебя прошу, не умирай. Я просто прошу тебя, не умирай.
их будет! Так, нет. Я не могу убежать. Ну вот, да, подкачи чуть-чуть, полоску подкапливай. Кого подкапливать? Зеленую полоску, стамину. Вот сюда беги. Ай, бля. Йо, нифига. Сейчас я восстановлюсь. Уходи. Ага. Мне куда бежать? Запрыгивай туда. Запрыгивай сюда. Убили? Восстановишься? Да, да, последний. Пожалуйста. Ой! Ой! Ты где, ты где, ты где? Так, пошли сначала там, все зачистим. Да, хотелось бы, да? Потому что то, что мы сейчас делали, это самоубийство. Просто. Ну-ка. Так, привет? Подожди. Блин, убили. А плохо. Я он снос, блядь. Ну, умирай, что делать. Бля, это плохо. Может, не к шляпнику, пожалуйста. Нет, у шляпникова очень большие те самые дают награды. Я не знаю, что делать. Иди, что делать. Спокойно, Маша. Я дубровский. Так, запомните. Может, сначала убьем танцы? Ну вот что за хрень? Ну уже поздно, Никитина. Я хотят забить. Блин, всё. Тебя что, убили? Да. Ёбаный в рот. Давай заново. Может, не к шляпнику? Ну не надо. Ну Кина, зачем? Хорош. Отрендеть. Мы ничего не можем сделать. Выхода нет. Ты можешь помолчать чуть-чуть? Да ёпт. Пять? Нет, не убил. Кто там? Я сам позвоню. Я надеюсь, они на сено не запрыгнут. Я на сене. Нет, они так не могут запрыгнуть. Даю. Ты отсюда бы ушла? Куда? Значит, нас и не сюда загнать. А куда мне уйти? Ну, не знаю, куда, куда хочешь улететь. Побежит за мной. Она меня хочет убить. Все так, перепрыгни. Что, все? Ты загнал? Она упирается сюда, блин, как дура. Я стою наверху, я не пойду вниз. Так, я подохну, вкусно. Хуёво началось. Блять, а он-то не залезла, блять. Пум-пум-пум. Подожди, а где он? Знаешь, здесь хорошо, когда умираешь, ты все равно возвращаешься и как бы нормально. Ну да, у тебя только тратится... Это самое, ХП, блядь. На... Тратится 10% на приобретенный опыт в этой игре. А-а-а. Так что нет, не очень хорошо, если честно. А кто мы тогда сделаем? Пошли на хуй. Пойти тебе надо? Ты иди сюда, что там делаешь? Я надеюсь, пустые.
Ты загнал все? Да, вроде бы. Нет, фермеров меч. Ну, вообще, Евгений, не говори. Ты что, за ними бегаешь? Нет, я убил Акельма. Ты меня же видишь, что он на стрелочке. Да, я так посмотрю. Миллион просто стрел выпустила. Миллион. Ты там все спросишь. Ну я ж не хочу, бля. Ладно. Ничего себе, я тебя скрыл. Вот что значит играть. И все, он мало. Он мало. А? Он мало. Так, так, 30 дней, да, у нас в загоне. Так, и других искать. Ой, вот она. Куда? Куда? Я, туда. Ее гоню. Туда. Туда же, да? Туда же. Туда же. Пиги, ко мне. Синка ПП. Обычно. А? Синка ПП. Что за ПП? ПП. ПП. Синка ПП. Блин, она уперлась и не хочет. А, ну все, догнала 4. Только бы как бы отсюда это теперь не уйти. Они меня окружили. 3-4, 3-4. Ну, вылазь. Как? Где ты куда залезла-то опять? Я на сене стою. Ну, тебе надо, это самое. Вот в тот угол, ёпты мать, я с тобой. Да, вот. Знаешь, куда? Сейчас, секунду. Вот, вот. Видишь, где две доски? Да. Все нормально прошло. Ты справишься? Может, придется. Да, или Пеппа. Ну, я не настолько хорош мультик. Так, поверхность. Почему одна выбежала? Было 3, теперь было 4, теперь. Она вот упирается там куда-то, блядь. И мы разберем еще. Ну, а, пойдем. Иди ко мне. Есть. Не такое пути, конечно. Посеку нахуй.
Есть пистолет. Да это сука здесь. Завалили. То как мы сюда? Драпает? Ты первый. Ну, ты в любую дырку драпаешь, как эту сука надо загнать в тупую. Все, я убежала. Ты чё как? Чё как? Ну... Давай! Давай. Да блин! Блять! Всё, как мне тебя спасать? Так же, как в тот раз. Блин! А чем ты там залезал? Я не знаю! Всё. Ёбаные спини, блять! Надо заново миссию проходить. Зачем? Ну, у нас на 40% опыта сняли. В общем, надо как-то один в коробке стоит. И чтобы можно было спасти. Это нереально спасать. Ну так, значит, аккуратно надо действовать. Потому что они все гонятся за тобой, и снимают они прям очень, очень неплохо. Ай, больно ноги. Ну, типа это. Ты выпил? Ну да. Ты же сказал, надо заново начинать. Надо сначала, наверное, всех этих пидоров поубивать. Я нахуя. Так, что происходит? Я не могу выйти. Нажимаю закрыть, он... А чё, как выйти? Нажми правую кнопку. Маленькую кнопку. Вернуться в лагерь. Вернуться в лагерь, да. Ты зашел, да? Да, я уже на месте. Так. На шляпник, я не знаю, ты какой-то вот ужасный. План действий. Хуй знает, какой план действий. Сложно сказать. Не помереть. Ладно. Попробуем. Стой пока там внизу, я сейчас синий пригоню. Хорошо. Еще, бля, скоро крокодилы появятся. Это вообще вот крокодилы, это вот прям ужаснейшие. Поймаешь там зараженных где? Да, да. Какого хуя, ты иди сюда, блядь. Блядь, ну что-то надо. Так, одну загнал. Сейчас еще одну загоню.
Там аккуратно, нет, там свинья бегает одна. Вторая. Ой, ёбка, она вот она здесь. Алло, блядь. Давай. Я Сашко. Есть. Значит, где третья? Я куда-то не туда выехал, конечно. Так, как успехи с уничтожением зомби? Мы разобрались. Ну, я что смогла, то делаю. Ну что, пошли с тени искать. Может, ты так и будешь их загонять, а я поищу там гвозди и всякую вот эту. Поищи, поищи.
Коробка с карандашами. Тех коров погрызли. Не вонючие. Так, получается, все нашли, осталось только свиньи. Ну да. Жалко, конечно. Интересно. Нет? Ты все в этом загоне. Большой. Ну что? Ты ее ведешь? Ну, веду, конечно. Так, тут двое. Ты в другую сторону уходи. В другую сторону уходи. Алло, в другую сторону уходи. Я ушла? Да, ты ушла, молодец. Ой, блядь. Сука. Так. Может меня спасти? Попытаться. Просто пусть. Ты меня можешь подбежать, и меня кусают. Сразу уходи. Ага. Сейчас есть колодка. Сразу уходи. Сука. Я сам. Я не могу. Нет, спасай. У меня нет никуда. Ты определить? Мог убежать просто. Я убежала. А пусть 10% на 40. Убирает. Че?
А, одну получает. Опять туда? Где вторая тварь? Там же не. А, четыре. Еще да, они бегают, блядь, со вперед, они все стоят в этой куне. Подожди. А почему их не засчитывают? А вот хуй знает. А можешь подойти ко мне? Ай, блядь. Нет, не можешь. Саня, подходи с ним. Хуй с ним, ладно. Ебаная миссия, просто потом пройдем ее. Придумали долбоебизм. Пустим. Ну, мы ее прошли как бы. Не, ну мы ее прошли, мы ее загнали в ней. Да, уж, Бен, согласен. Говорить. Или... Ёб твою мать. Так, что? Кладбище, ёбаное. Ещё и с ним, чтобы его не замочили, да? Типа того. Так, почему я не вижу тебя на стрелочке? Вот, ой. Блять. Сука. Сколько, ну так? Да блять, стой, еблан. А у нас что, разные миссии? Так ты куда пошла? Я тут зашла туда, но у меня отдельно миссия. Я... Бля, погоди, как же ты, как ты их останавливаешь? Нужно, подожди. А, союзник. Стоять. Стой здесь. А, ты не сделал? Ой, не сделал. Бля, ну, подойди, там последняя сам миссия. Я здесь, друг. Сейчас тебя спасу. Как хуй здесь? Ты сейчас всех расчистим. Его завалили. Да, у него так мало жизни. Ну что, потрепали, блядь. Он идет там куда хочет, блядь. Прыгает как крыса на тебя. Так смешно. Так у нас сейчас нам все прочекать, чтобы этого мундука провести. Ой, блядь. Ты уверен? У нас есть выбор. Ну,
подожди, ну да. Открыть пока, да? Нет, там. Куда, блядь, стреляешь? Ты что, ебанул? Сука. А малышка был бы не кронче, нет? А? Но... У меня собак, собаки ебут, блядь. А меня нет? А ты где вообще? Здесь их миллион. Здесь миллион собак. Каких миллион собак? Я тебе серьезно говорю, их здесь куча. И здесь... Дай. Нахер ты сюда, ты их притащила. Я тебе говорю. Они бегут просто сами. Домой. Я как могу, так я обманываю. Как могу, так и убегаю. Пока ничего не получается. Не знаю, что мне делать. Что мне делать? Что делать? Блять, наверное. А вот с нами вот эти вот компоненты летают. Ну что нужно? Я не понимаю. Там перки разные дают. Сука, ты версия, блядь. Убили? Не убили пока. Я понимаю, очень далеко от тебя. Блядь. Все, ни один укус мне пизда, блядь. Как знаю, ты куда вообще убежала-то? Стреляй по ним, что ты бегаешь? Я убивала собак. Каких, которые ты меня привела?
Чего сильно ездит? Если 5 собак убирала, я своих 5 убила, мне еще 5 прибыло. Если за мной их бегает 20, мне куда надо было? И 20, нахуй, столько собак нет. Миллион, я тебе говорю. Алых крот, блядь. Ты просто не видел, сколько это за мной бежало. Там на стриме сколько за мной бегало. На стриме посмотри, сколько за мной бегало. Ну, конечно, за мной сколько бегало. Да? На стриме все одно и то же, в смысле, блядь. Ну, стрим-то показывает то, что ты и твоя карта, да? Я не поверю, что за тобой бегала больше за мной. За мной бегала больше. Я убил 15 собак, ты что, прикалываешься? Поверь. Блядь. Я тебе говорю. Ты не хочешь верить, это не мои. А этого шляпника убили? Там стоит, ждет нас. Куда кто убил? Бля, с постами. Ты далеко от. В смысле от тебя далеко, бля? Сейчас я по карте посмотрю. Мам. Бля, чё, прикалываешься, что ли? Пиздец. Ты в собаку целил в полчаса, блядь. И что? Ну чего бегать-то? Thank you.
Так, все, мы собрали. Растения. Я умер, вылетел из миссии. И чё теперь? Проходи сама её теперь. Одна? Ну, как бы, я умер, все. Как я её одна пройду? Сейчас я вот эту хуйню закончу, пробую к тебе зайти. В смысле, я заново буду... Заново будешь приходить? Подожди. Ну давай, я выйду сейчас. Да подождите. Ну, я здесь одна точно не справлюсь. Есть тут у тебя опять куча собак. Вместе с ними. Да выходи, потому что я не мог тебе присниться, потому что я умер и улетел из миссии, все. А как собаку, блядь, не могла убить, я вот не понимаю. Ну, миссия, она и сложная, и, блядь, просто есть загвоздка. Сейчас заново пройдем, пусть. У нас есть из чего сделать еду? Ну, зайди на кухню, посмотри, я ж не помню. А ты мне сделаешь еще стрел? Я сейчас прокачка лагеря займусь. Хорошо. Ты зайди на кухню, зайди в ящик. Это была величайшая битва. Потому что я там все. Да, Жорик, спасибо огромное. Это была самая необычная битва.
Пойду пока на кроликов похож. Нет, мы сейчас на миссию снова пойдем. Знаете, самые тебя на коленнике будут. У меня есть еда. На коленнике. А, на коленнике. Один, пока. Блять, только один. А будет еще делать. Ладно, выясним. Я стрелы сделала? Нет. Сколько у тебя стрел? 89. Где тебе 30, да? Вот ты, блядь, сидеваешь. Собаку то сразу только не беги. Так. Так, это он долбоеба. Ой, блядь, я снял. А здесь стоит. Так. Нахуй, пока пистолет мне пизды не нужен. Кстати, да, вот мне тоже газ. Вырубай сразу фонарь, нахуй. О, разбитые очки, можно видоискатель сделать.
Вон там. Там кусок. Так, дальше вперед не беги, там куча собак. Как вы заебали, блядь. Выключи фонарь. Могут, если, блядь, не так нападают. И стрелы собирай.
Тут трое. Сзади их отстреливай. У меня беги. Блять, где еще одна? Где-то еще одна эта хуйня. Блин. Нижний весь ряд, я прочешу весь верхний ряд. Ну, по два коридора получается. Блять. Так-то, ну, 4 пса. Нашла? Ну да нет, ничего. Это пропустили эту хуйню.
Тут голову его запускать сейчас нельзя, потому что если мы сейчас чуть-чуть не вычистим, то будет печаль. Я понимаю. Прям не знаю, четвертый раз, нет? Заводи этого хуяк туда, только нажми, ну, там общение будет, ну, верхнюю правую кнопку, которая сверху расчерка, и типа его, и с собой его позови. Подвести или как? Так, раз, два, три, четыре. Пять могил. Он здесь застрял, теперь нужно вернуться. Блять. И это, сука. Два? Ну еще да, но я что-то не знаю, где находится. Пошли туда, хуй делать. Мы-то находили только четыре. Он застрял. Хорош, блин. Мистер Шляпа, блядь. Давай, вылазь отсюда.
Пум-пум-пум. У тебе, блядь, и пум-пум-пум. Середине я просто. Так, тут он точно будет. Он застрял. Да, Эдвард, это проработан было давно. Потому что это, ну, раньше в игре так всегда было проведение персонажа, и я всегда раньше так делал. Сначала всех зачищаешь, а потом его проводишь. Крейсер вот туда, блядь. Это шляпа. Подойди, блядь, сам её поймать. Всё, слава богу. Так, ребятишки, давайте на этом сегодня закончим. Можем с вами, думаю, что завтра. Постараюсь. Вот. А что так, ладненько, ребят, всем доброй ночи, спокойной ночи, счастья, здоровья. Спасибо огромное вам за поддержку.